У Гомеля за крадзяжы продуктов харчавання, якія закуплялися для школ обласного центра, затриманы 11 человек. Згодна з матеріалами справы, злачынная схема працавала з 2017 года. У ёй былі задзейнічаны кладаўшчык, таваразнаўца, грузчык, а таксама некалькі загадчыкаў вытворчасці школьных сталовых. Заведующая создавала излишки на складе. Для этого в сопроводительные документы вносилось положенное количество продуктов питания, начиная от гречки и сгущенного молока и заканчивая мясом и рыбой. А на самом деле сгружалось намного меньше. Например, когда на одну со школ потребовалось отпустить 60 бляшанок сгущенного молока, отгружалось только 40. Однако по документах все у парадку. 60 бляшанок, отправленные со склада, и столько же принято загадчиком столовой у школе. Отриманные таким чином лишки реализовывались праз индивидуальных предпринимальников не только у областном центре, але и у соседней России. Проведены неотложные следственные действия, в том числе допросы и очные ставки. В настоящее время проводится документирование всех преступных эпизодов группы. Устанавливается количество похищенного. Вырашается пытание о применении до затриманных меры стримания.